Всем привет, это я, Саша, и сегодня будет обзор на набор под артиклом 41605. Это набор Brickheads Thanos. Коробка выполнена в звездном стиле, кстати, всех с Днем Звездных Войн. Да, есть такой праздник маленький, но маленький да удален, так сказать. Так, на коробке изображен Танос с розовой мордашкой, неясными кругленькими глазками и все. Дальше у нас Танос уже по фильму «Мстители. Война бесконечности», который вышел 3 мая. Так, тут 36 деталей. Также интересно посмотреть вот просто из фильма на перчатку бесконечности. Тут картинка очень интересная такая. Так, и дальше показано людей из данной серии. Тут есть Звездный Лорд, Гамора, Танос, который у меня, и Железный Человек. Также расстраивает то, что вот подставка, она без принта Brickheads, а просто банальная подставка с гладкими черными деталями. Также в нижнем левом углу изображен логотип фирмы Marvel, та, которая изобретает фильмы по данной вселенной. Не забудьте про поставить лайк, потому что мы очень старались над этим уже. Тут показана эксклюзивная деталька торса Таноса. Один к одному. Ну, мне кажется, с коробкой на этом все. На самом деле, вот коробка выглядит в космо-стиле, что мне очень нравится. И да, кстати, минутка славы. Давайте не забываем про конкурс. Вот это конкурс на набор Brickheads. Набор очень сам по себе прикольный. Вы можете создать так же, как себя, так же, как и друзей. Ссылка на этот набор – группа ВК. Вот. Вот и Танос. Он очень красивый, похож к оригиналу, с оригиналом точнее. У него есть перчатка бесконечности, что свойственно. Также руки двигаются у него немножко, не у всех мини-фигурок двигаются. Вот перчатка бесконечности, она... У него руки большие, как у Халка. Тут, кстати, я посчитал 3 эксклюзивных детали. А на коробке была показана только одна. Эксклюзивная деталь Торсика. Ну и да, вот есть, конечно же, минусы набора. То, что вот, вроде как Танос сам по себе прикольный. Но когда ты его с подставки убираешь... Да, кстати, у Таноса есть плащ. Вот видите, он как бы немножко свисает, и это выглядит немножко даже странно. И вот когда ты вот... А, да, кстати, сзади ничего нету, просто цвет кожи и сам костюм. Перчатка бесконечности мне серьезно очень понравилась. Правда, она больше похожа на комиксную версию. В фильме не было таких ярких цветов, там скорее было обрамление. А сама сердцевина была белая. А тут вот прям как в комиксах. Вот, вы сейчас можете посмотреть, как она выглядит примерно. Да, и все 6 камней бесконечности стоят вроде как правильно. Ну вот я когда сходил на фильм... Да, кстати, обзор на этот фильм выйдет в конце мая. По-моему, так же. Ну и вот минус. Вот подставка, во-первых. И сразу же за подставкой летит еще один минус. Когда ты хочешь показать саму фигурку без подставки, ставишь ее куда-то, то получается вот такая вот история. Оба, нога отпала. Присоединяешь, ну ладно. Оба, две ноги. Ну ладно, одна. И приходится, получается, так делать. Понимаете, ну мне кажется, мало людей из подставки-то отберут. Так, сейчас присоединю. Это крайне затратно. Временно. Ладно, так. Спасибо за просмотр. Мне кажется, вам понравился этот ролик, потому что набор, так сказать, очень свежий по времени. Вот прям вчера вышла «Война бесконечности», и как раз Танос к нам в гости заявил. Ладно, всем спасибо за просмотр и пока!